Добрый день, друзья! Две недели озеро Трофей было покрыто льдом. Потепление и героические усилия администрации водоема во главе с Виталием способствовали появлению открытой воды 19 февраля. И любители спиннинга, которые хорошо отловились в первый день чистой ото льда воды. Щука хватала и на воблеры, и на силиконовые приманки. Были мамочки 2 плюс кило. 20 февраля, 11 утра. Сильный северо-западный ветер. Неудобно твичить. Начинаю ловить на орбит в цвете Мод Тайгер. Твич, 1-2 удара, пауза несколько секунд. Несколько поклевок щук до килограмма. Меняю цвет на кислоту. Есть щука под кило. Иду в мелководную часть озера. Здесь всплыла трава, и ловить невозможно. Ветер усиливается. На чистом – пусто. Редкие поклевки под камышом. Перехожу на биоркинговскую копию до Realis Jerkbait в цвете арбузик. Воблер слабоупористый. Делаю 3-5 ударчиков и паузу. 1-2 секунды. Берет мамка на кило 600. Делаю перерыв на обед. Вечером ветер стихает, красота на озере, водяных курочек, брачные игры и разборки селезней. На чистой воде несколько поклевок щук до килограмма на биоркинговскую воруну. Твич, 1-2 удара, пауза пару секунд. Похоже, цепляю толстолоба, но сход. В сумерках поклевка щуки на ратлин, возле лодки и сход. Красивый закат. Всем мира и удачи!